Всем привет, мои дорогие, с вами Комнова Аня и мои пустые баночки. Конечно же, как обычно, то, что впервые, буду об этом говорить поподробнее. Итак, во-первых, такая вот штука. Это универсальные антибактериальные средства. Артикул 111.36 на постоянной основе в пустышках. Но не могу сказать, как оно хорошо. Но классное. Оно дезинфицирует дом, защищает от вирусов. И плюс ко всему прочему, я его заливаю в робот-пылесос. И в прошлый раз много кто удивился, что я так делаю. Ну, вот так вот. Смотрите, какие классные наклейки от компании Faberlic. Вообще шикарные, просто шикарные. Так, далее поедем. Биогель для стирочки с артикулом 109.00. Отличный гель, никаких нареканий к нему нет. Он действительно классный. Он предназначен именно для жесткой воды. Гель суперский. Дальше концентрированный гель для детского белья. Гель для стирки детского белья. У нас все гели идут концентраты. Тоже концентрат. Гель для стирки белого. Далее цветное, цветное и еще цветное. Артикулы уже называть не буду, потому что каждый раз они в моих пустышках. Пятновыводитель жидкий. Водный спрей-освежитель воздуха. Антитабак 113-29. Он у меня редко мелькает. Дальше, значит, вот это обалденное мыло. Второй раз у меня в пустышках. Тоже артикул не скажу, потому что стерся. И вот самые мои любимые ультракондиционеры для белья. Мыло для рук. Вот я не помню, было ли оно у меня хоть раз в пустышках, но мыло классное. Знаете, ну какое классное, обычное. Артикул 81.69. Хорошо пенится, отличный аромат, хороший дозатор, очень удобный. Прям все отлично. Дальше. Впервые у меня в пустышках жидкое мыло от Beauty Cafe. Оранжевая меренга. Оранж меренг. Апельсиновая меренга. Артикул 19.01. Очень понравился. Яркий, классный аромат. Прям суперский. Такое, знаете, удовольствие помыть руки. Действительно вкусно. Детское мыло. Детское, детское. Так, вот тоже впервые у меня в пустышках. Это мыло для кухни, устраняющее запахи, нежное алоэ. И содержит оно антибактериальный компонент. Отлично справляется со всеми запахами. Артикул 30203. Супер эффектов у него, конечно, куча. Но мне очень нравится, что им только не моют. Вот такой вот с антибактериальным компонентом впервые у меня. Ну, это уже тоже не впервые. Тоже мыло для кухни. Далее биокапсулы для посудомойки. 4 пачечки закончилось. Средства для чистки духовок и плит. Раз, два. Начали заказывать именно это, как вы поняли. Свежесть мяты, оно как-то более-менее самое такое, ничего. Артикул 30-120. Вот это впервые у нас в пустышках. Очень понравилось, но что-то мы его пока не нашли больше на складе. Отличное средство. Артикул 80-11. Средство для мытья унитазов. Прям по всем параметрам подошло нам. Прям классно. Средство для мытья полов. Мое любимое средство с депантенолом, мое любимое для бальзам для мытья посуды. И вот это то, что, скорее всего, впервые у меня в пустышках. Просто уже закончилась, просто уже начала высыхать, начала комковаться. Открыта она давным-давно. Артикул у нее 52-69. Я думаю, помню, в каких-то из пустышках я выкинула точно такую же синюю тушь. Даже ее не дорасходовала, потому что она очень сильно отпечаталась под глазами. У этой туши абсолютно другая история. Она крутая, эта тушь. И она не размазывается, с ней можно и вспотеть в спортзале, и покупаться в бассейне, и в соленом море можно покупаться, в море, в океане. В общем, суперская тушь, очень рекомендую. Она идет среднего удлинения, среднего объема, все такое прочее, но она действительно очень стойкая и не подведет вас ни в одной ситуации. И это единственная тушь, с которой я начала красить нижние реснички. Ну, как бы на вебинары, обзоры, когда я дома нахожусь, я нижние реснички крашу. Но если я куда-то иду, я знаю, что у меня через полчаса они будут отпечатываться. Причем, какие бы туши в каких бы магазинах я не покупала, все вы знаете, что я в компании Faberlic уже 7 лет, глаза я крашу давным-давным-давно, в 14 лет я первый раз ресницы накрасила вообще. Так вот, всегда размазывались, и я уже, вот знаете, отучилась от того, чтобы красить реснички нижние. И вот с этой туши у меня взгляд приобрел новую глубину, новую красоту глаз, именно вот только с этой тушью. Вот такая вот история. Далее, One Week Miracle у меня подходит к концу. Это новинка. Значит, это сыворотка для лица против всех видов морщин. Очень, кстати, классная сыворотка. Она удобная. В отличие от кремов,
Эта сыворотка очень удобная. Артикул 0653. Мне понравилось, как она наносится, как она впитывается, как она питает лицо, как она хорошо взаимодействует со всеми кремами, не только One Week Miracle. Мне понравилось ее брать с собой в поездку. В общем, все понравилось. Мне бы хотелось кремы в таких же легких пластмассовых упаковочках для того, чтобы брать их с собой именно вот этой линейки. Вот тут я немножечко оставила. Она такая вот жиденькая идет. Это просто сказка. Я вот вам честно скажу, это просто сказка, потому что именно вот этот крем как-то вот вернул мою кожу. И вот знаете, после нанесения, утром, вечером я наношу, только я нанесла кремы, там ночные, дневные, есть маска, есть для глаз, я сразу чувствую свежесть лица, классную свежесть лица. И вот вся линейка, она работает просто бесподобно. Бесподобно. И я даже забыла про всякие базы под макияж, про все забыла. Очень хочется ее продолжать, но я немножечко перейду сейчас на другую линеечку после того, как это закончится. Но к линейке я вернусь однозначно. Мне бы очень хотелось повторить еще линейку Эксперт, но сдается мне, что опять будут какие-то новинки, а может быть в связи с событиями в мире, наконец-то я смогу повторить свои любимые линейки. Бальзам Зима, дочка, израсходовала, как обычно. Так, это у меня уже тоже, наверное, не первый раз в пустышках. Прям совсем такая уже жуткая, затертая до дыр пустышечка. Это не грязь, это сама по себе пудра, потому что она такая вот блестящая. Пудра Blur Effect, артикул 6459, 9,5 грамм. Но все вы знаете, что мне на данный момент 38 лет, и это уже под 40, это ближе к 40 уже. Вот, и она, конечно, очень хорошо выравнивает лицо, то, что мне нужно. И очень хорошо тонирует и закрепляет тональный крем, и он не забивается ни в складках, ни в чем, это тоже шикарно. Мне вот это очень надо. Далее, впервые, наверное, у меня в пустышках патчи ICU. Уехала, чуть-чуть недорасходовала, приехала, смотрю, пачка открытая. Тони тут у меня немножечко засохли, и мне пришлось их выкинуть, но я почти дорасходовала. Тут есть лопатка в составе, вот такая вот прикольная коробочка, у которой, в принципе, может быть новая жизнь какая-то еще. Ну и что эти патчи делают? Они делают очень много, и мне вообще понравились вот этот вот эффект, особенно их с утра делать мне очень понравилось, вот перед какими-то мероприятиями, когда я наношу макияж перед мероприятием, я сначала делаю глаза. Так вот, все, что осыпалось, остается на патче, и плюс молодые глазки получаются. Это вообще шикарно. Это гидрогелевые патчи, созданные для нежной тонкочувствительной кожи вокруг глаз, эффективно увлажняют кожу, разглаживают небольшие мимические морщинки. Да, действительно, они разглаживают. Патчи созданы из специального биоматериала гидрогеля, который оказывает освежающие действия, а также является отличным проводником активных действующих компонентов эссенции глубокие слои кожи. В общем, круто. Хорошие патчи, действительно классные, они охлаждают, они глазки преображают. Особенно, когда вот эти, знаете, бывают перелеты, резкая смена климата, у меня под глазками начинаются какие-либо отеки. Так вот, эти вот патчи я храню в отпуске в холодильнике. Я их достаю, накладываю холодные и хожу с ними, пока они уже не засыхают, не пресыхают, я все с ними хожу. И упаковочка красивая, и в подарок хорошо. В общем, я оценила эти патчи, честно вам скажу, уже не первая коробка, но вот первая только дошла. Также Эльха Зна у меня подошла, первая упаковочка к концу, очень жадно ею пользовалась, ну и все. Артикул 3325, это просто невероятный восточный классный аромат, причем вы меня знаете, кто на меня долго подписан, я сладкие ароматы очень сильно недолюбливаю. Это сладкий аромат, можно сказать, пудровый, и я не могу, я с него кайфую. Может быть, у меня что-то внутри изменилось за это время сотрудничества с компанией Faberlic. Но я сладкое вообще на дух не переносила. Но тут не ужасный сладкий, а какой-то, знаете, вот такой не приторно сладкий, а такой сильный сладкий аромат. Сильный не в плане вонючий, а сильный в плане вот мышления, характера. В общем, это больше всего мне понравилось. Больше всего. Второе место зеленое, а та упаковка, я думаю, кому подарить, может быть, отдать. Потому что вот самый-самый сладкий, он... Нет, мне не понравился. Дезодорант антиперспирант. Муж пользует последнее. И сейчас перейдет на другой дезодорант, беленький, которого, по-моему, на 3 дня, что ли, хватает. Линейки Эксперт, он ему понравился больше. И тот идет абсолютно без запаха. Артикул 0507 вот у этого. Дорогу мы будем брать тот.
Далее гель для душа, артикул 2714, это у мужа. Далее вот такой вот, ого, сколько, посмотрите, вот так вот размажется и не видно, что он столько его много осталось. 2106, очень понравился такой грейпфрутовый вкус, все такое, еле уловимый запах. Ну вот посмотрите, что окажется, что пусто, когда пустышки кидаешь, что оно вот так вот размажется и не видно ничего. Так, тут артикула нет, к сожалению, это понравился очень Катюшке. Знаете, смородина прям идеальная смородинка. Так, дальше у нас с вами идет шампунь, бальзам для волос 2 в 1, 2344 для Викуськи. Ну, у Викуськи уже длинные волосы, мы еще ей бальзам отдельно даем. Средство от пятен, губка, обалденная двухсторонняя губка с антибактериальным эффектом, артикул 910-075. Очень долго стирается в машине, просто великолепная вещь, рекомендую. 910-075, тоже впервые эта упаковка дошла до моих пустышек. Ну и, а как обычно, мои любимые влажные салфетки, новая версия уже пошла в пустышки, а это еще старая версия, которой уже, может быть, даже и нет на сайте, а может быть, она и есть. Как вы знаете, недавно он только у нас вышел и закончился. Универсальный шампунь для всех типов волос, артикул 0190. Для меня это идеальный шампунь по всем параметрам. Он очень хорошо промывает даже голову, на которой тонна лака. Очень хорошо справляется со всем, волосики даже поскрипывают. 0109 артикул, это морожка, универсальный шампунь. И с очень классным запахом, обалденный запах. Это большая версия, есть маленькая его версия, вы можете маленькую купить, попробовать. Но рекомендую попробовать 380 мл. У меня дочка, как вы знаете, живет отдельно, но иногда приезжает, она тоже им пользуется, ей он тоже очень понравился. У меня сухие волосы, у нее жирная голова. И вы знаете, просто вот попал в душу, попал в сердце, буду еще заказывать. Нравится, но мне еще очень нравится и куча разных других шампуней, вот не знаю. Дезодорант для интимной гигиены, раз, два, как обычно. Далее, вот это вот линейка, бальзам восстанавливающий, маска для нейтрализации желтизны и шампунь. Ну, я блондинка, поэтому он у меня, наверное, раз в месяц будет мелькать в пустых баночках. Любимый шампунь мужа с перитионом, цинка для жирных волос, контроль над жирностью и гель для душа мужа. Потом, значит, это у нас гель для душа 2432. Тоже впервые, ну, гель как гель, ничего не поняла, обычный гель. 2430, вот тоже тропический микс, тоже в первый раз, но сказать нечего. Цвет, вкус, запах, консистенция, по-моему, все идеально. По-моему, все здорово и проблем нету. Далее, раз, два, три, четыре, пять одинаковых пустышек, это... Маска-бальзам для волос, артикул 2732, хорошо восстанавливает, классно восстанавливает. Вот что еще хочется сказать, что он идет с ланолином. Тут идет природный уникальный воск, получаемый из шерсти овец и так далее, и так далее. Вещь действительно классная. 2732 артикул. Я хочу сказать, что он нам понравился всем. Он такой беленький, обычненький. И вот сейчас такой бальзам. Я их брала, помню, по распродаже. Когда бывает какая-то хорошая распродажа, я могу взять 10-15 штук, потому что у Кати волосы до попы, и все это быстро очень заканчивается. Пару штук свекрови, пару штук мне, остальное Катя. Далее. Вот такой вот бальзамчик, ну, тоже не очень красиво, но просили показывать. Артикул 7782, это двойное питание, это зимний бальзам на зиму. Чтобы не электризовалось, чтобы питало, укрепляло, защита от низких температур и пересушивания, сила, блеск волос. Тоже отличный, легкий, классный, суперский бальзам, тоже никаких нареканий нету. Далее, вот эту масочку тоже недавно дорасходовала, что-то как-то мне ее маловато показалось, 8248, как будто бы она не допитала кончики. И мне пришлось еще сывороткой. Но я сывороткой всегда пользуюсь, в принципе. У меня вот, кстати, этой же линейки сейчас вот сыворотка к концу подходит. Маска для блондинок. Беру ее как дежурную. 89,56. Далее бальзам этой же линейки. Потом, значит, вот эти вот новинки. Я не знаю, были они, не были, но это новинки. Это у нас идет, вот все по-английски стало. Это у нас идет маска «Активное питание» с артикулом 18,90. Что она делает? Глубокий уход, активное питание. Пока была в поездках, очень много шелковистых носков у меня позаканчивалось. Очень люблю капроновые наши носочки. Прям их обожаю. Но это не новинка. Вот не знаю, было, не было это в пустышках. 17,01. Очень крутой бальзам. Первая помощь.
Очень крутой бальзам. Я понимаю, насколько он дорогой, но это просто чудо-вещь. Чудо-вещь. Так, дальше зубная паста. Ага, вот это вот зубная паста. Алоэ вера. Ужас. Она у нас заканчивалась. У нее, наверное, уже срок вышел, пока она заканчивалась. Пакость еще та для меня лично. Ой, вообще. Нет, она хорошо чистит зубы, все хорошо. Но вот этот вкус, мне он до такой степени 22.11 не понравился, что я прям, ну, не могу. Не могу, не хочу и не буду. И не знаю даже, кто ее дорасходовал. Но как-то вот она попала нам в пустышки. Может быть, кстати, свекровь со свекром. Так, значит, ополаскиватель для полости рта. Артикул 24.99, Нуки. По-моему, второй она или какой раз в пустышках. Ополаскиватель нам хватает очень надолго. Приятный грейпфрутовый вкус. Действительно, надолго освежает. Она чуть-чуть близка к термоядерным. Господи, меня эта муха смущает. Если честно, вот эта муха. Ой, не могу. Ну, хороший. По всем параметрам очень даже хорош. Так, едем дальше. Это скатка моя любимая, как вы знаете. Лак для волос, старая версия. Так, вот это в новинке у меня. 202-701 крем-скраб для ног с частичками абрикосовых косточек. На мой взгляд, слабоват, запах не очень приятный. Ну, такое вот. Тоже это у нас артикул, не скажу, но и, поверьте, он вам не нужен. Кондиционер для сухих поврежденных волос. Та еще как обяка, вообще не понравился, он нисколько не питает, он ничего не делает. Далее моя любимая маска очищающая. Так, вот эта новиночка у нас идет. Гель для умывания для проблемной кожи прекрасно очищает кожу от загрязнений благодаря мягким очищающим компонентам и экстрактам из морских водорослей. Очень такой слизкий, легкий, приятный, суперский, хватает его надолго. Запах тоже не очень. Артикул 1508, 50 мл, но вещь действительно прикольная. Вот он такой вот консистенции, как вы видите. Прикольный, мне понравился очень. И, кстати, мало того, что он хорошо работает и выполняет все, он еще и вдобавок экономный, он безумно экономный, маленькой капельки хватает на все лицо. Знаете, у меня вообще была проблема, вот это тоже, вот это, в общем, объединено, да, в одну проблему, я покушала сахара, а сахар это прыщи, это всегда прыщи, и мы съездили на отдых, и так хорошенько съездили, там было пироженки, мороженки, я решила дать волю, привезла еще и 2,5 лишних килограмма и кучу прыщей. У меня весь подбородок, щеки, все усыпалось. Даже пришлось покупать какую-то штуку очищающую. Я в аптеке даже покупала, потому что у нас такого вот очищения, по-моему, нету. Пила гидрейн, пила. Он еще не закончился. В общем, много что пила для того, чтобы, ну, избавиться от этого эффекта. У меня всегда на сахар выходила небольшая аллергия. И вот этот вот бальзам, я его использовала как сыворотку под крем. Наш кислородный бальзам. Очень крутая штука. Артикул 5806. Работает на ура. И очень хорошо, знаете, вот прыщики вскакивали болючие, горячие такие. Я не знаю, как их описать. Очень сложно было от них избавиться. И потом шрамы от них долго были. И вообще, в общем, нафиг этот сахар нужен. Всегда у меня с ним были проблемы. И тут меня сунуло покушать вкуснятины. Вот прям вообще. Вкуснее ходить с гладким лицом и с тонкой талией. Так, это... Кстати, вот артикул не скажу, тоже новинка. Это пена для бритья. Как-то, вот знаете, не впечатлила никого. Я отдала ребенку, и она ее испенила в ванной. Она любит баловаться, строить какие-то постройки из пены. Но пена такая не очень-то строительная, я бы вам сказала. Но ей все равно прикольно. Восстанавливающая сыворотка активная. Кстати, вот эта сыворотка, именно вот этот флакон стоял у меня, наверное, 100 лет в ванной. Артикул 0256. Знаете почему? Потому что я редко стала делать маски в ванной. И у меня у компьютера такой стоит в шкафу рядышком. И в ванной стоит. Так вот, в ванной, когда я делаю, там Вику купаю, например, я наношу на лицо поверх маски. А из-за того, что я Вику стала купать редко, потому что ее сейчас начала, бабушка же к нам переехала, она говорит, работай, я тебя не отвлекаю, и сейчас череда изменений, вебинаров, у нас новый марафон по бизнесу и так далее. В общем, работы огромное количество. И из-за этого она у меня там стояла, я думала, уже срок вышел. Нет, не вышел. Так, вот это 1404. Не помню, что это такое. Это я отдала маме. Это, наверное, анти-эйдж дэй крем. Антивозрастной дневной крем. Вот, Made in France. Вот мама сказала, больно, ничего, закажи еще. Ей понравился он. Но, говорит, воняет ужасно. Давайте проверим, чего он там воняет. А, вообще, да, вообще пусто уже.
Ну да, у него тоже не очень-то аромат. Ну, в общем-то, упаковочка пластмассовая. В общем, не знаю. Будет время, будет желание, закажу. Но она сейчас пока завалена. Так, мой тоник. Тоника, кстати, больше закончился. Я уж там-то выкидывала, потому что на стол ничего не влазит. Дальше. Антицеллюлитный крем Скульптор. Ну вот, не представляете, у меня им пользуется мама. И она действительно схуднула. Но у нее сахарный диабет, она то полнеет, то худеет. Ей там что-то надо регулировать. В общем, может быть, и он тоже помог. Влажные салфетки для интимной гигиены. 1 000 000 штук обалденные. Вот эти вот салфетки. Ну, это все, что у нас, в принципе, лежит в туалете, иногда нужно, хотя у нас там есть гигиенический душ. Далее, обалденный скраб. Очень-очень хороший скраб. Так, артикул, не знаю, скажу, не скажу, но парабен, но силикон, антицеллюлитный лифтинг-гамаш для тела. Артикул смылся. Штука обалденная, девочки. Находите на сайте, покупайте, приобретайте. Всем советую, он до такой степени классный. Вот даже тут есть остаточки. Он до такой степени классный. Это просто не описать. Ну, еще пишут, что у него хороший аромат, но аромата как такового нет. Я его, конечно, не почувствовала. Но он до такой степени хорошо работает с кожей. И вы понимаете, вот именно после этого скраба у меня кожа не сохнет и крема не просит. Но я все равно крем наношу. Вот, далее. Старая версия антицеллюлитного еще одного скраба. Я скрабируюсь, ну, примерно 2 раза в неделю ввиду возраста. Тело тоже просит ухода. И далее начали заканчиваться у меня диффузоры. Мы сегодня по квартире, вчера, вернее, на момент съемки этого видео прошлись по квартире. Вот столько у нас закончилось. Примерно 1,5–2 месяца. Запахи очень классные. Меняют качество вообще запахов. Прям безумно здорово. Безумно здорово, прям рекомендую, очень хорошие штучки. Так, а вот еще один пропустила. Дальше, Gold Station. Это у нас с вами идет 100% натуральное эфирное масло. В составе идет эвкалипт лимонный, мята луговая, шалфей мускатный, кедр атласский и мята садовая. 5 мл. Такая вот баночка. Ее нужно капать в увлажнитель. И оно ароматизирует. И в зависимости от того, что вы хотите. Вот это вот для иммунитета. Есть еще антистресс. Ну, их много там. Вот именно вот это первая, наверное, такая вот пустая. Дышка у меня, так, артикул 1298, очень-очень зашло, классно. И аромат в комнате тоже приятный, но одно с другим, но я все равно включаю. Включает еще и свекровь. Кофе, как обычно, мой любимый кофе день. Соли что-то мало закончилось в этот раз. Так, стевия пошла-поехала. Прокладки, батончики. Куча-куча батончиков. Так, коралловый кальций. Ну, без него никуда. Артикул 157-30. Он у меня в каждой пустышке, этот коралловый кальций. Вот, дальше гора Викиного шоколада. Вика очень любит шоколад. Шоколад, кстати, на меду. Еще одна соль. Бежим дальше. Чаи. Чаев очень много различных. Коктейли Wellness. Вот этот вот чай. Честно, не нашла. Это, кстати, новинка. У меня не нашла в нем ничего такого прям мега крутого, что вот прям заявляется, что там прям. Но я заказала, помните, когда всем подарила. Ну, люди были в восторге, им прикольно. Но я не знаю, как-то в сухом апельсине какой-то чай. Я не знаю. Так, вот такие пару чаечков. Еще такие вот батончики. Это у меня любит свекры. Я что-то не очень их полюбила. Когда гости приходят, всегда выкладываю какие-нибудь конфеты. В этот раз этих много повыкладываю. Дочка любит кушать очень конфеты. Вот они такие вот узорчатые, прикольные. Их тоже много. Далее фисташковый с ромашкой. Так, зеленый чай и черный чай. Ну, как обычно. Вот, больше кофе пьем, да, чем чая. Хотя это плохо. Еще одна стевия. Каша овсяная с бананом и лукумой. Ну и, конечно, куча витамин. Секреты Востока. Омега-3 с глицином. Ну вот вы знаете, правда, Вика стала меньше попрыгивать с этого глицина. Кстати, это абсолютная новинка. Она их кушает прикольно. Они идут с ароматом малинки. Артикул 157-80. Классные. Классные. Живица. Ну, еще пустые баночки были в дороге. Мы всегда пьем живицу по 5 штук в день, когда в дороге, для того, чтобы там мало ли давление, еще что-то. Так, секреты Востока. Ну и, конечно же, вот такой вот комплекс К2, Д3. Очень хвалю.
артикул 8115, но это, по-моему, не его артикул. Ну и куча омеги-369, пьем всей семьей. Вот после ковида у меня врач вообще сказала пить его по 5 штук 3 раза в день целый месяц. И мы пили по 5 штук 3 раза в день, поэтому такая гора. Ну и самое-самое последнее. Вот знаете, я прям счастлива. Ох, у меня туда уже моя жидкость для линз, кисточки пошли в ход. Стола не хватило. Корм. Сочная говядина, тоже уже не впервые. Так, легкая индейка для стерилизованных кошек. Мы его перемешивали с сочной говядиной. И все-таки скормили Алисе. Ни в какую не стала кушать. Вообще ни в какую. Корм для любимых котят. В прошлых пустышках я сказала, что он у Лисы самый любимый. Если честно, нет. Я обманула. Я оговорилась. То есть у меня была оговорка. Она для котят тоже не захотела. Я его перепутала вот с этим вот нежным кроликом нечаянно. Она кушает сейчас нежный кролик и сочную говядину. И далее, конечно же, куча соусов наших полезных. Вот я поражаюсь, сколько мы раньше пакости ели, а сейчас мы кушаем правильный майонез. Это здорово. Такие вот длиннющие пустышки, просто обалдеть. Это мой обзор. Что-то мы примерим. Есть абсолютные новинки, есть то, чем я запасаюсь. Но сейчас все запасаются, поэтому смотрите. Во-первых, я запаслась такими вот наклейками на ногти. Это очень классные наклейки, суперские просто наклейки. Я их очень-очень полюбила. Артикул у них 76-48. Они реально великолепные. Посмотрите. Как здорово. Ну, сейчас у меня уже другой маникюр, потому что я уже устала от того, но тоже неплохой вариант. Запаслась, и ребенок у меня их очень любит. В общем, все отлично. По распродаже набрала влажных салфеток. Сколько было, набрала целую кучу. Артикул 115-52, особенно в дороге выручает. Далее, концентрат для чувствительной кожи лица. Очень мне подошел. Отлично, великолепно. В период критических дней просто супер. Это вроде бы обычный крем. Артикул 0585, вроде бы, знаете, отличный кремушек такой вот, но он очень хорошо убирает все воспаление. А, это, девочки, помаду у меня не получилось оттереть, это не грязные руки, извиняйте, профессиональная грязь у меня. Далее решила попробовать тушь, ну, расскажу о ней потом подробнее. Она была в распродаже, я думала, я покупаю свою любимую, а это не моя любимая, но она стоила такие копейки, что ничего страшного. 56-37, это водостойкая тушь, попробую. Я сейчас нарастила ресницы, поэтому не на чем пробовать. Так, это у меня заказали со вкусом кокоса, 22-14, зубная паста отбеливание для чувствительных зубов. Отличная штучка. Открывать, к сожалению, не имею права. Это не мое. Дальше. Жидкое мыло с хлордексидином. Взяла 10 штук, потому что оно нам понравилось. И вроде бы и руки не сушит. Пока что все в порядке. Ну, мы 2 флакончика израсходовали на кухне и в ванной. Артикул 27.17. Все равно как-то вот с антибактериальным эффектом в наше время это круче, чем ничего. Даже в пояс с собой беру его, потому что хочется. Крем-депилятор 3 в одном. Любит моя дочь старшая. Артикул 25.75. Действительно хорошо депилирует. Написано, что нельзя в интимных зонах. Я себе позволяю все, у меня все в порядке. Но вот пока все в порядке. Сколько лет им пользуюсь, ни разу никакого раздражения, ничего не было. Все хорошо. Вы посмотрите по себе, потому что с одной стороны совет советом, что там, ой, у Кононовой ничего не случилось. С другой стороны, у каждого своя чувствительность. Поэтому 25-75 это мой как бы фаворит. Потому что сейчас, на данный момент, вот у меня лежит 5 нитей расходовых восковых полосок. Вы все помните, я купила себе аппарат. Да, вот такой вот фотоэпилятор от Браун я себе взяла. Это понятно, что не Фаберлик, но просто хочу показать. Тут он включается, вот вы его тут фоткаете, тут регулируете мощность. Вроде бы все хорошо, отлично, безболезненно, но эффекта у меня что-то с него нет. Скорее всего, что-то я не докупила, хотя стоил он 1030 или 40. Ну, дорого, в общем, был дорого. Далее, по распродаже нахватала шампуня, взяла 9 штук, но у меня осталось 4, потому что девочки у меня все раскупили. Артикул 77-72. Отличный шампунь. Распродажа на втором шаге заказа в разделе «Мои персональные акции». Если вы зарегистрированы, у вас не только 20% после регистрации срабатывает, но еще и такие вот внутренние классные распродажи. Шампунь действительно стоящий. Он такой светленький, приятненький, очень хорошо пахнет, сочетается со всеми бальзамами всех марок и так далее. Запаслась кофе. Кофе весь взяла по 9 банок. По 9 банок. Ну, там, знаете, максимально можно 9, но я и взяла максимально 9. Да-да-да.
артикул «Доброе утро» 95 грамм 16.048. Это больше папе. А я вот такой полюбила. Это кофе растворимый в перемешку с молотым. «Добрый день». Артикул 16.049, 95 грамм. У него, когда вы наливаете, пьете, у него есть осадочек, но немножечко другой вкус. Мне очень нравится. Далее блокнот. Слушайте, где-то от него была бумажка. Вот она бумажка, я его уже распечатала. Артикул 910-377, размер 14.5 на 21. Ну, знаете, обычный блокнот, подписано Love или Moments, и все. Ну, с одной стороны, удобно и классно, с другой стороны, хотелось бы что-то пролинованное, может быть. Но этот же блокнот, он может быть и для рисования, тогда линии ни к чему. Вот смотрите, запаслась кетчупом, взяла всего 3 штучки, думаю, про запас. И тадам-дадам, его нет на складе. Когда появится он с этими санкциями, я без понятия. В общем, ладно. Так, набрала батончиков. Работать у нас, кстати, есть с чем. И очень широкий ассортимент. И все великолепно и здорово. Поэтому жаловаться не на что. У нас самый широкий ассортимент из всех компаний. И есть то купить. Есть что купить. Далее батончики протеиновые, мои любимые. Я всегда беру по 9 штучек, посыпаю их в вазу. И вот это мои любимые вкусы. Самые любимые. Во-первых, клубничный батончик. Артикул 153-36. Клубничный. Там прям косточки клубнички. Знаете, так похрустывают. Очень приятно. Так, шоколадный батончик 156-45. Так, значит, это у нас идет 156-49. Черничка. И бананчик у нас 156-33. Все классные, все прям суперские. Заказик маленький, но по много штук, поэтому на столе, можно сказать, ничего и нету. Далее, смотрите, какой костюм я заказала. Во-первых, давайте перейдем на носочки. Это носки для женщины, но я их заказала своему 8-летнему детенышу. Размер 36-38, 70 хлопок, 28 полиэстер, 7 эластан. Знаете, все хорошо с ними, все хорошо, все замечательно, все великолепно. Вот не могу найти 820-548 артикул. Суперские носочки. Я как-то раз их заказала своей дочке Катюшке. И вот вы представляете, няня у меня их забрала, воспитатель Вики. Забрала, говорит, дай Вике померю. У нее, говорит, носки маловаты. Говорит, а эти мне нравятся. И мы на Вику надели. И сейчас у нас и старшая дочь, и младшая дочь в одних и тех же носках ходят. Я заказала обеим. По 3 пачки, в каждой пачке по 3 штуки. Ну, я думаю, летом хватит истаскивать, потому что в день порой не по одним носкам. Что нравится, то что они разные. Вот есть с овечкой, просто с овечкой. Есть с толпой овечек. Причем эти овечки все такие разные, прикольные. Кто-то так стоит, кто-то так. И, в принципе, взяла побольше. Очень хорошие, качественные носки. С ними ничего не случается. Вот все Викины детские носки. Ой, я не знаю, пар, наверное, 20. Вы знаете, я их отправляю дальше, во вторую жизнь. Потому что их даже отбеливать не нужно, они хорошо стираются почему-то вот. Ну, я сразу пятновыводитель сыплю в машину, может быть, из-за этого. Ну, и мы их не затаскиваем, там целый день одни носки, для нас это роскошь носить. Боже мой, как мне неудобно за руку. Ну, вот не могла отмыть, никак не получилось проявляющуюся помаду. В дорогу собиралась в Казань и на руку нанесла помады, несколько штук, чтобы посмотреть. И две, оказывается, проявляются, а я про это забыла. Далее безумно понравился, и это теперь наш размер, трикотажные брюки для девочки, артикул 532-151, цвет мятный, размер 140, состав 100% хлопок. Просто наивеликолепнейший, просто. Никаких нареканий нет. Ни теплый, ни холодный. В нем не будет холодно, в нем не будет жарко. 532-151 это у нас штанюшки, как у меня любит. Мама говорит, штанюшки. Штаны спортивные, они, в принципе, вот смотрите, вот этот кармашек гладкий, а тут уже утепление идет. Ну, прикольно, конечно, даже на кармане так сделали, чтобы все сочеталось. Все прошито великолепно. Единственное, что ругаю свою камеру сейчас, она не очень хорошо передает свет, это плохо. Я даже вот выключила дневной свет. Давайте порегулируем. Нет. Ой. Нет. Не передает. Цвет очень красивый, зеленый, поэтому верьте изображению, которое вставлено.
Он почему-то делает его бирюзовым, хотя у него очень красивый мятный цвет. Брючки просто супер. Не тонкие, не толстые, не просвечивают. Очень плотная. Резиночка тоже плотная, что не стягивает, не давит внутренние органы. В общем-то, все хорошо. Далее трикотажная толстовка с длинным рукавом для девочки. Артикул 532-106. Цвет мятный, размер 140. Тоже 100% хлопок. Так, ну что, тут карманы не очень удобные. Но я взяла не из-за карманов, поэтому ничего страшного в этом нет. Крупный пластмассовый замочек, очень удобный. Викуся даже сама его застегнула. Знаете, бывают неудобные. И тут тоже так, такой подшерсточек небольшой. Что-то типа пушистиков таких маленьких. Но это просто, можно сказать, ткань. Ткань такая. Низ изделия тут идет в форме резиночки. Конец рукава тоже в форме резиночки. Двойной капюшон, который затягивается. Вот тут не совсем поняла, почему он затягивается не где надо, а посередине. И тут получается такая дыра посередине. Вот это мне не очень понравилось. Все остальное отлично. Антирастяжечка вот есть тут вот сзади поплотнее. В общем-то, все хорошо. Ну и последнее, что бы мне вам хотелось показать, это трикотажные шорты для девочки. Взяла таких две пары. Почему? Артикул 527-771 в 140 размере, 100% хлопок. Во-первых, у нас сейчас дома жарко. Ребенок ходит в шортах, и я смотрю, а попка-то уже выставляться начала. Почему? А потому что ребенок вырос. Поэтому шорты тоже отправляются на вторую жизнь предыдущие. С ними ничего не случилось. Они, главное, даже не застирались и не износились. Очень нравится. Вот. И я парочку таких вот заказала. Больше никаких нет. Приедем уже. Сейчас мы в Казань уезжаем, потом в Нижний Новгород. Потом уже приедем, переберем Викин гардероб и посмотрим, что отправить, что докупить, сходить в магазин. Может быть, и на сайте Faberlic какая-то коллекция новая появится. Дай бог, чтобы все было хорошо. И пока вот парочку таких шортиков взяли, мало ли там дома бегать, еще что-то, а те, которые малы, уберем. Тут такая вот ставочка, тоже они очень хорошенькие, тут тоже все регулируется, в ножках свободновато, ну, как вы сейчас видите по видео, свободновато, но как-то вроде бы ничего не выставляется, ничего не видно. И вот как раз ее размер 134-140, вот посерединке, 138 ее размер. Эти ей слегка вот в этом месте свободноваты, а 134 уже в обтяжечку и попочку видно. И вот не поймешь, вот это вот, пока ребенок растет, ну, летом уже все исправится. Я думаю, она подрастет очень сильно за лето. Вот такая вот красотень. Мне все понравилось. Так, еще сейчас покажу вам мужа в кофте. Вот такая вот классическая кофта, цвет черный, трикотажная толстовка для мужчины, артикул 532-768, размер 56, состав 100% хлопок. Ну, знаете, отличная. Вот толщиной, наверное, как Викуськин костюм, с таким же каким-то ворсиком, но этот ворсик мягче, чем на детской коллекции, мягче намного. Вот, вот эта краска сверху. Слышите, такая что-то типа пленочки сверху покрашена. Вот, не знаю, насколько крепкая, но пока ничего не трескается, все хорошо. Окраска качественная. Низ изделия выполнен в форме резиночки. И рукава тоже в форме резиночки. Ну вот и все. Эту кофту мы оставляем, она нам понравилась. Пришла в автозаказе, в дозаказе, кто как называет, когда чего-то нет наличия, и с одного склада перекидывают на другой, чтобы привезти нам, и из этого доставка дольше бывает. Так вот, все кофты мы сняли, а это одна вот осталась. Кофта клевая, не очень плотная, но и не тоненькая. Ну все, всем пока-пока, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online, до встречи с вами в новых видео.